Крой Юнайтед принимает Юрия Фарна. В составе команды Крой Юнайтед. Грибанов Константин, 7 номер. Данильченко Дмитрий, 4. Литвин Олег, 17. Лобр Владимир, 9. Насадюк Андрей, 1. Передерий Дмитрий, 10. Рассыльный Леонид, 8. Симоненко Тарас, 15. Шаповалов Виталий, номер 22. Юрия Фарма, номер 14. Андурко Артур, 12 номер Головаченко Андрей, 9 Квитка Евгений, 8 номер Каривник Юрий, 17 Коробчук Вадим, 4 Людкевич Матвей, 21 Людкевич Юрий, 6 Малюк Игорь, 15 номер Марнызов Виталий, 2 Хонда Владимир, 12 Шелудченко Виталий. Зеленый аут. Ну що ж, друзі, вітаємо вас на наступному матчі нашого другого туру Street Football Challenge. У нас зустрічаються колективи Юрія Фарм, які виступають в зелено-білій формі, і компанія, можливо, і команда Сіро Юнайтед. Склад команди Сіро Юнайтед. 7 номер Грибанов Константин, 4 Данильченко Дмитро, 17 Литвин Олег, 9 Лобур Володимир, 1 на своворотах Андрій Насадюк, 10 Дмитро Передерій. 8 номер, я так розумію, це капітан команди Леонід Росильний. Зараз момент, Росильний міг забивати. 15 номер Семененко Тарас і 22 Віталій Шаповалов. Щодо складу команди Юрія Фарм. 14 номер Бандурко Артур, 12 Головаченко Андрій, 9 Квітко Євген. Також у нас 8 Коривняк. Коривник Юрій, 17-й Коробчук Вадим, 4-й Матвій Людкевич, 21-й Юрій Людкевич, 6-й Ігор Малюк, 15-й Віталій Мармизов, 2-й Володимир Хонда, 13-й Шелученко Віталій. Що можемо сказати про ці колективи? На самому-то ділі про Юрія Фарм ми так нічого-то не знаємо. Напевно, що... Ну, а колектив Сіро Юнайтед виступав у нас в Урбан-дивізіоні, як корпусом грає у нас зараз гравці. Ну, так не можна робити, це небезпечна гра, друзі, не треба пригати зараз у ноги своєму супернику. Небезпечно зіграв 22 номер, не можна так робити. Шаповалов Віталій покотився вперед. Зараз передача Шаповалов з м'яча. Передача назад. Росильний набирає хід. Росильний Леонід. І Леонід Росильний з м'ячем виходить 3 в 2. Зараз Росильний віддає і вище воріт. Шаповалов Віталій пробиває. Зараз зміна проходить у нас у команди Юрія Фарм. Ну що ж, будемо знайомитися з цим колективом, будемо розуміти, як вони грають, тому що, чесно кажучи, не зрозуміло поки що, тому що ми не бачили цей колектив, знаємо, що вони виступали в інших чемпіонатах. Зараз удар, і Насадюк контролює, в принципі, ситуацію. Я вам скажу, що це у нас... Це у нас матч ЗС Співбар Ліги. І, до речі, сьогодні вже був матч у ЗС Співбар Лізі. Це Нікофлекс. Команда обіграла команду Альтера. Щодо цікавих фактів, напевно, що треба сказати, команди ще не грали у нас. Тобто у першому турі ці команди не грали, вони пропустили.
пронесли ці ігри і поки що розміщуються на 7-му та 8-му місці. ЗССП Барлізі з нулем. Момент, Насадюк грає. Пробиває знову Юрія Фарм. Ну, друзі, небезпечно. Юрія Фарм непогано зараз себе. Зарекомендували, вибиває м'яч прямо з лінії воріт гравець команди Сіро Юнайтед. Ну, друзі, матч буде дуже цікавий. Хочу сказати, що Сіро Юнайтед команда, вона зібрана у 2018 році при підтримці компанії «Новий стандарт». І кістяк команди складається з співпрацівників компанії сфери клінічних випробувань. Та я вам скажу так, що спонсор компанії – онкотеранностика «Новий стандарт». Це клініка персоналізованого дизайну діагностики і терапії онкотеранностика, яка надає унікальні послуги в Україні. Дуже тут так замудрено з використання лабораторної, епігенетичної та молекулярно-генетичної діагностики. Ну а «Новий стандарт» – це організація ділових таких, можливо, зустрічі та подорожі по Україні та за межами країни. І вона займається передові позиції по організації зустрічі та у світі. Зараз буде аут вводити Сіро Юнайтед. Ну, що ми можемо сказати з прикладу компанії Юрія Фарм? Ми знаємо те, що Юрія Фарм – це фармакологічна компанія, фармацевтична, і тому така зустріч команд, яка трошечки відноситься до фармакології. Повертаємося до нашого матчу. В принципі, зараз Юрія Фарм намагається контролювати більше м'яч. М'яч знаходиться у зелених. Шукають вони ці паси розрізні для того, щоб якось розрізати захист своїх супротивників та забити гол. Подай хоча б один зараз, а можливо і більше. Ну, гра поки що спокійна, флів начебто не було ще. Ну, зараз атакують Юрія Фарм, але Нітро сильний, тут пробиває, можна ще раз бити 13-му номеру. Пробував у нас Шелученко Віталій. Проти Шаповалова він там пропасується. Леонід Росильний дав два. Виходять команди. 3-2 вже. Шаповалов підтримує. П'ятою віддає на Леоніда Росильного, але не точно. Леонід не встигає на цю передачу. Зараз буде закидання чи ні? Ні, все ж таки поблизу свого партнера віддає передачу. Знову по бровці. Непогано, непогано показує себе Юрія Фарм. Ну, а щодо Сіро Юнайтед, то вони виступали у нас в Урбан-дивізіоні. Турнір?
А, то после праздника, после матча. Там две недели там перерывы получилось. С передачи в поле. Вперед! Леонід Розсильний віддає засильно і не точно наша Пувалова. Друзі, ну, що, матч динамічний. Матч, в принципі, дуже-дуже цікавий. ЗСУ Співбар Ліга, тому дивимось разом з вами. Чесно кажучи, я і не скажу, хто фаворит. Зараз удар, але там є Насадюк, такий собі воротар, який пограв вже і за циклом, і за багато команд. А тим часом на паралельному полі у нас грає команда АІМ. Разом з командою Чекпоінт, і там рахунок 3-3. Зараз кутовий буде для Юрія Фарм. Передача. Знову Насадюк виручає свій колектив, але на добиванні забуває Артур Бандурко і робить рахунок 1-0 на користь команди. Артур Бандурко робить рахунок 1-0 і, в принципі, після удару шостого номеру Малюка Ігоря Насадюк відбив перед собою, зараз Шапувало. Можна віддавати передачу, але відбирає зараз. Грибанов Костянтин, Розсильний на Грибанова, Грибанов не дотягується до цього м'яча. Ну, що я хочу вам сказати? В принципі, закономірно, тому що Юрія Фарм більше контролювало зараз м'яч. І така рушійна. Шаповалов віддає на Розсильного. Розсильний відбирає м'яч, але з порушенням правил, друзі. Порушує правила гравець Юрія Фарм. І було порушення команди Юрія Фарм. Буде Шаповалов пробувати чи Розсильний? Розсильний б'є вище і не точно. Буде передача. Все ж таки відворіт буде. Все, я понял. Просто щоб я... Коля! Коль! Калюнь! Ну що, друзі, у нас 1-0 на користь Юрія Фарм, поки що без змін. І не приїхав воротар у команди Юрія Фарм, і стоїть на воротах Головаченко Андрій. Польовий гравець, зараз Матвій. Слюткевич Матвій, віддав передачу, там не було порушення? Не було, 17-ка, передача вперед. Тут же ABM Cloud і Лобер Володимир там хотів накрутити свого суперника, але буде відворіт. І Головаченко Андрій буде вводити м'яч. Головаченко. Кидання не точно. Передача на 17-ку. Литвин Олег вперед. Шаповало, знову Литвин з м'ячем. Литвин буде обігрувати. Ні, не обігрує. Ледь не обрізався зараз Литвин.
Як ми бачимо, на футболках у команди Сірого Юнайтед з'явилися написи «Онкотераностики» їхнього спонсора, одного з партнерів. З передачі вперед Шаповалов буде бити, не забиває. Поміж ніг пролітає м'яч у воротаря Ловченко Андрія, але не точно і не у ворота. До кінця першого тайму залишається 5 хвилин. Твін, передача вперед. Євген Квітко веде назад. Квітко з м'ячем хотів прокинути собі вперед. Але Литвина він не проходить. Гравця команди Сірого Юнайтед. Обіграв у нас. Шелученко Віталій, передача. Шелученко знову з м'ячем. Шелученко в падінні. Твін, передача. Вперед. Хто це у нас такий моторний у Сірого Юнайтед? Десятка передаріє Дмитро. Хотів обіграти. Дуже ефект. Але не точно. Поштовх у спину, друзі. Штовхнули 15-ку команди Юрія Фармц. Мармезов Віталій боровся за м'яч разом з гравцем Сірого Юнайтед. І буде бити Квітко Євген, я так розумію. Хоч 5 метрів відрахувати. Передарію треба відійти. Шелученко б'є. Передарій. Там Квітко з м'ячем. Литвин все ж таки вбиває м'яч. І знову б'є Шелученко. Не влучає по воротах Шелученко. Там отримав пошкодження плечового суглоба. У нас воротар команди Юрія Фарм. Вперед на Леоніда Розсильного. Там дуже гарячі емоції у паралельному матчі між АІМом та командою Чекпоінт. Рахунок там вже 4-3. Буде аут для команди Сірого Юнайтед у нашому матчі. Литвин, передача вперед, Розсильний. Ну, як у дерево влучає цей м'яч. Квітко Євген б'є на Садюк. Вибивається м'яч. Литвинов. Було порушення, друзі. Було чи не було? Квітко бореться, дивіться, як Євген. Це не Литвинов, прошу вибачення. Це четвертий номер. І дуже небезпечно, друзі. Дуже небезпечно. Корпусом грали. Данильченко Дмитро під четвертим номером. Передача. 21 номер. Слюткевич Юрій. Квітко Євген. Центр, центр.
Можна віддавати всередину, йде направо, Шилученко на Квітко, Квітко зіграв рукою. Жовта картка, друзі. Квітко Євген зіграв руками, і це жовта картка, друзі, для цього гравця. Юрія Фармца. Та рука Бога була, жовта. Було порушення правил, друзі. Гріафарм знову порушує, Людкевич Юрій порушив. І закінчився перший тайм у нас, друзі. З рахунком 1-0 виграє Юрія Фарм. Друзья, продолжаем матч между командами CRO United и командой Юрия Фарм. Напоминаю вам, что после первого тайма счет 1-0 в пользу команды в зеленой футболке, в зеленой форме. Это Юрия Фарм. И у нас командный фол. Первый командный фол Юрия Фарма. Возле мяча у нас с вами, если я не ошибаюсь, это Шаповалов Виталий. Да, Шаповалов Виталий. Что сделает Шаповалов Виталий? Бьет игрок команды CRO номер 15. Мармызов Виталий. Ой, простите, Юрия Фарм. Еще немножко путаюсь, но, в общем-то, аут угловой был в пользу команды CRO United. Мармызов Виталий выбивает мяч на аут, разыгрывает Шаповалов Виталий. Снова аут. Номер 4 будет водить мяч. Данильченко. Нет, оставляет на Шаповалова. Шаповалов отдает на Литвина Олега. Литвин обратно на Шаповалова. Шаповалов, Шаповалов с мячом. Шаповалов. Удар какой опасный. Удар мимо ворот. Вбрасывание. С мячом футболист команды Юрия Фарм, вратарь команды, будет делать вбрасывание. Вбрасывает далеко на чужую половину поля, но не достает до мяча номер 8 Коревнюк Юрий. И вбрасывание уже на пользу команды CRO United. Шаповалов Виталий на капитана команды номер 8. Рассыльный Леонид, рассыльный обрезался, и там серия обрезок приводит к тому, что Юрия Фарм будет вводить аут. С мячом футболист команды в зеленой форме. Номер 6. Это Малюк Игорь. Малюк Игорь отдал на номер 8 Коревнюк. Ну, удар не вышел. И вбрасывание на Рассыльного. Рассыльный достает этот мяч. Вратарь отбивает угловой удар. Рассыльный каким-то чудом там смог выжать максимум из этого момента. Подает угловой. Угловой на Шаповалова. Шаповалов высоковато для него, конечно. Шаповалов вне роста, конечно, Сергея Ананка, фотографа нашего турнира, но не достал все равно. И вот Шаповалов, ага, опасная атака.
команды Юрия Фарм. Выход один в один выше ворот. Это у нас с вами был номер 15. Мармызов Виталий делает этот удар. Удар опасный, но мимо ворот. Будет вбрасывать вратарь команды Sierra United. Почти обрезка, но вот Данильченко Дмитрий зарабатывает аут. Вводит аут. Катящийся мяч. Катящийся мяч. Это будет переход мяча Юрия Фарм. Номер 6. Малюк Игорь отдает на номер 21. Люткевич Юрий. Люткевич Юрий прикрывает мяч корпусом. Кому отдать? Отдать некому. Отдай на вратаря, но против него фалят футболисты команды Sierra United. И вот, собственно, Люткевич Юрий отдает на Шелученко Виталия. Веревнюк Юрий сейчас был с мячом. Заработал аут. Вводит аут. Переводит на свою половину поля на номер 6. Малюка Игорь. О, опасный удар в исполнении номер 15 команды Юрия Фарм. Мармызов Виталий. Простите, номер 13 это был. Это Шелученко Виталий был. Очень опасно. Снова с мячом Шелученко Виталий. Делает снова удар. Отбиваются футболисты команды Sierra United. Приводят фланг. Там вроде была рука. Но рефери не останавливает игру. А в пользу команды Sierra United. С мячом номер 15. Отдает на Шаповалова Виталий. Шаповалов Виталий просил эту передачу. Шаповалов Виталий. Что придумает Шаповалов Виталий? Шаповалов Виталий пытался обыграть, но заработал аут. Мы видим, что сейчас Sierra United пытается отыграться, пытается по-быстрому вести мяч на чужую половину поля, на своего игрока. Симоненко Тарас на Шаповалова Виталия в одно касание отдавал на Лабура Владимира, но Лабур не смог отдать ему сразу в одно касание четкую передачу, поэтому аут в пользу команды Юрия Фарм. Разыгрывают аут футболисты команды Юрия Фарм. Выносят его вперед. Выносят очень хорошо на номер 9. Квитко. Квитко с мячом. Квитко финтит. Квитко очень хорошо. Квитко сыграл первый тайм. Очень здорово боролся, прессинговал. Переводят на номера 13. Это у нас с вами Шелученко Виталий. Футболисты Sierra вроде отбиваются, но там борьба. Sierra United. Футболист команды Sierra United. Лабур шел вперед. Его вроде как взяли в коробочку, но нет. И снова Квитко. Вот. Простите, друзья, вот матч начался такой, который вот заставляет играть команды там по какому-то, что ли, результату или еще вот без центра поля абсолютно. Квитко снова с мячом. Квитко. Квитко это аут. Аут в пользу команды Юрия Фарм. Вводят аут. Или это угловой? Вот мне плохо видно с комментаторской позиции. О, опасный прострел на номер 6. Малюк Игорь, к сожалению, не замыкает эту передачу. И быстрое вбрасывание на Лобра. Но Лобр тоже. И снова Малюк Игорь с мячом делал прострел. Лобр, уже Лобр с мячом. Футболист команды Сирой. Лобр. Что придумает Лобр? Лобр на пролом идет и фалят против него. Фалят. Это был фол. Квитко Евгений сфалил. Свалил. И вот рассыльный Леонид запускает свечу. Запускает. Но не удался удар, не удался. Бывает. С многими капитанами такое бывает. Это, собственно, не его вина. Результат на него давит. И вот с мячом Honda. Honda отдает на Квитко. Квитко не достает этот мяч. Очень сегодня активный Квитко Евгений. Рассыльный отдает передачу. Прострел делает свободную зону футболист команды Sierra United Литвин. Но никого нет. Уже с мячом вратарь команды Юрия Фарм делает длинное вбрасывание. Рассыльный Леонид на месте. И выбивает четко на своего игрока. Тот ему возвращает. Рассыльный обыгрывает. Делает удар левой ногой. Вот такой подступный удар.
перед вратарем. Он отбился, но для вратаря особой опасности этот удар не имел, поскольку он прошел мимо. И вот мы видим, что аут в пользу Юрия Фарм. Рассель Леонид боролся, но Юрия Фарм выбила четко на игрока Сиро Юнайтед. Тут борьба троих игроков сразу. Квитко пытался обыграть, не удалось. Аут в пользу Юрия Фарм. Аут в пользу футболиста в зеленой форме. Разыгрывает аут. Пас на Квитко. Квитко. Удар. И это удар мимо. Вбрасывает вратарь команды Сиро Юнайтед. Не удалось принять мяч перед Дерию Дмитрию. С мячом у нас Хонда Владимир. Пытался сделать, но рассыльный на месте. Рассыльный отдает передачу. И это у нас мы видим, что это у нас будет свободный, опасный удар. Делал у нас номер 7. Футболист команды Сиро Юнайтед Грибанов Константин. Мы видим какой-то сумбур, недопонимание между футболистами. Свободный удар будет разыгрывать команда Сиро Юнайтед. К мячу подходит рассыльный. И к мячу подходит Шаповалов Виталий, как я понимаю, да? Да, Шаповалов и рассыльный. Что же сделают футболисты? Ну, по всей видимости, будет прямой удар по воротам. Здесь выдумывать особо ничего не надо, учитывая то, что двое футболистов у мяча на удар. Но кто из них будет бить? Шаповалов, простите, рассыльный дает на Шаповалова. И Шаповалов в свободную нашел эту вот лазейку и забил. Счет у нас с вами 1-1. Интрига жива в этом поединке. Более того, неизвестно, кто будет победителем. Юрия Фарм с мячом. Перед Дери у нас был с мячом, но не удалось футболисту Сиро Юнайтед обыграть. В атаку пошел футболист команды Юрия Фарм. И это будет аут в пользу Юрия Фарм, потому что там кто-то из защитников Сиро выбил мяч. Итак, с мячом Юрия Фарм. Штрафной. Аут. Нет, это аут. Аут с мячом Мармызов. Мармызов возвращает на Люткевича. Люткевич отдает на номера 14 Бандурка. Бандурка делает прострел. Какой опасный прострел. Не успел к мячу номер 6. Малюк Игорь. И уже рассыльный. То ли удар, то ли прострел. Но вот все правильно делал рассыльный. Все правильно делал рассыльный, конечно. И вот Сиро начинает свою новую, простите, Юрия Фарм начинает свою новую атаку. С мячом Люткевич отдал на номера 13 Шелученко. Шелученко обыграл своего соперника. Шелученко прострел можно было сделать, но он решил ударить. И вот уже номер 4 Сиро Юнайтед. Данильченко Дмитрий делает удар. Вратарь команды на месте. Юрия Фарм вбрасывает на номер 13 Шелученко. Шелученко снова попытался обыграть, но не получилось. И вот Шаповалов с мячом. Шаповалов потерял координацию. Перехватил футболист команды Юрия Фарм. И что это? И это был удар номер 16. Но удар мимо. Шаповалов, какой финт делает Шаповалов. Отложенный фол будет в пользу Сиро Юнайтед. Шаповалов красиво пяткой скинул. Шаповалов уже с мячом. Бил Шаповалов, но мимо ворот, далеко мимо ворот, конечно, такой сложный удар, это будет, простите, друзья, достаточно прохладно на вечер стало, извините. И это удар, какой удар от футбола, штанга добивания, это штрафной, я думаю, судья может быть даже даст желтую.
боролся у нас номер 16. К сожалению, я не могу пока понять, кто это. Второй командный пол. Второй командный пол для фол для Zero United. Штрафной удар. К мячу подходит Люткевич Юрий. Там же рядом стоит номер 16. К сожалению, друзья, не вижу фамилию. Возможно, забыли его вписать. Удар, гол, как разыграли. 13-й номер команды Юрия Фарм, Шелученко и Виталий забивает гол с передачи номера 21, Люткевич Юрий. Красивый гол, конечно, между ног вратарю. Обидный такой гол для вратаря, но для Zero United еще ничего не закончено. Это Шаповалов с мячом, Шаповалов бежит по левому флангу, по правому, простите. Аут, аут в пользу Zero. Аут разыгрывает Шаповалов, отдает передачу, возвращает ему Шаповалов в одно касание. Какой активный Шаповалов у нас сейчас с вами, друзья. Очень-очень хочет победу, конечно, своей команды. Видно, видно, заведенный, видно. Вот вбрасывает вратарь номер 6, Малюк Юрий, Малюк, Малюк Юрий, Малюк Юрий отдает на Шелученко Виталий. Шелученко Виталий в аут. Разыгрывает Zero United. На Шаповалова пас. Шаповалов борется до последнего. Поборолся. Доборолся. И вот что мы видим. Юрия Фарм. Юрия Фарм пыталась выйти в контратаку. Начинаются у нас эмоции. Начинаются у нас... С мячом Люткевич. Люткевич, что придумает Люткевич? Люткевич возвращает мяч. Люткевич. Ах, какой гол забивает Люткевич. Все, что нужно для гола, для забитого мяча, это всего лишь навсего увидеть своего игрока, отдать ему пас, открыться в свободную зону. Вот вам, друзья, и мини-футбол. Хорошо разыграли футболиста Юрия Фарм. Счет 3-1. Рассыльный ошибается, но... Исправил свою ошибку. Рассыльный с мячом. Рассыльный, рассыльный. И Квитко Евгений отбирает этот мяч, выбивает его в аут. Рассыльный будет подавать аут. Разыгрывать, простите, друзья. Разыгрывает, отдает хорошую передачу на своего, на свою десятку. Это передерий Дмитрий, но не удалось ему зацепиться за мяч. Вратарь команды Юрия Фарм вбрасывает. Вбрасывает на Кривнюк Юрий. Не успел Юрий к мячу. Аут в пользу Сиро. Сиро разыгрывает. Сиро в центр. Пас на уже с мячом рассыльный. Рассыльный опять ошибается. Рассыльный. Юрия Фарм в атаке. Обыгрывает. Делает прострел. Воротарь отбивает. И начинает перспективную контратаку. И что? Что? Пас. Не удался пас. Ай, как хорошо Юрия Фарм играет, конечно, в защите. И вот как непонятно играть Сиро в начале своих атак. Аут в пользу Сиро. Рассыльный с мячом. Рассыльный отдает в центр с мячом. Передерий. 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 С мячом Лобур. Лобур пытался пробраться. Отобрали ему мяч. С мячом снова Передерий. Рассыльный открывается перед передачу. Под передачу. Но Передерий отдает в центр. С мячом уже Литвин. Уже отдает на вратаря. Вратарь ошибается. Но на месте... Передерий. А, простите, это был Лобур. Лобур ошибается. Очень ошибся Лобур. Но Юрия Фарм выбивает просто в аут. Снова с мячом Лобур. Пас на вратаря. Вратарь на Литвина. Литвин, Литвин ищет кого-то. Не нашел никого пасом. Юрия Фарм выбивает в аут. Аут разыгрывает в центр. Лобур, Лобур. Лобур ошибся. Лобур ошибся. Уже с мячом Юрия Фарм. Хороший удар. Вратарь команды Zero на месте. И вот вам Лобур с мячом же. Лобур снова ошибся. Выход 2 в 1. Пас направо. Прострел. Удар. И вот вам, друзья, вот номер 8 команды Юрия Фарм. Корывнюк Юрий с прекрасной просто передачей. Кажись, если не ошибаюсь, это был Шелученко и Виталий. Забивает гол. Напомню, номер 8. Коривнюк. Коривник Юрий. Рассыльный делал
этот прострел. Вратарь команды Юрия Фарм ошибся. Угловой в пользу Сиерра Юнайтед. Быстро разыгрывает угловой. Удар от футболиста Сиерра Юнайтед. Не удался удар. Разыгрывает быстро Юрия Фарм. И что, и что, и куча серия ошибок. Шелученко, это был Шаповалов. Шаповалов был с мячом, против него сфалили. Шаповалов нервничает, команда его проигрывает, но это понятно, Шаповалов очень активный сегодня. Пас в одно касание не прошел, к сожалению. Ошибся у нас Грибанов Константин. Юрия Фарм уже с мячом. Шикарный гол. Друзья, я вам говорил, что в первом тайме был самым активным Квитко Евгений. Так вот, второй тайм свой счет, наверное, может записать Малюк Игорь. Номер 6 команды Сиерра Юнайтед. Прекрасный гол. Отобрал, прошел, забил. Счет 4-1. И это было последнее событие нашего матча. Это был 5-й гол для Малюка Игоря. Друзья, поздравляем команду Юрия Фарм с победой 5-1. Нервная, напряженная игра. Команде Сиерра Юнайтед желаем успехов. Собственно, точно так же, как и желаем успехов команде Сиерра Юнайтед.